95 различных аппаратов для 19 учреждений здравоохранения Пензенской области приобретут в этом году. В частности, маммографы и 50 приборов для проведения УЗИ по программе модернизации первичного звена. Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит закупить еще 54 единицы современного оборудования. По линии борьбы с онкозаболеваниями будет поставлено 7. На общую сумму 449,9 миллионов рублей. Среди них 8 маммографов, 2 рентгеновских аппарата, 4 аппарата МРТ и 2 автоматических рефрактометра. Но есть один нюанс. Для размещения нового оборудования в медучреждениях необходимо провести ремонт. На эти цели в общей сложности требуется 81 миллион рублей. Поэтому график поставки аппаратов будет расписан по мере готовности помещений для них, чтобы дорогостоящая техника не простаивала без дела. Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании в правительстве области. По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для 6-й клинической больницы Пензы, а также 4-х межрайонных Кузнецкой, Сердобской, Каменской и Нижнеломовской запланировано приобретение 463 единиц медицинского оборудования на сумму 193 миллиона рублей. Практически вся необходимая аукционная документация уже подготовлена. Реально за последние 2-2,5 года мы очень сильно шагнули вперед в части технической оснащенности нашей системы здравоохранения. Есть в области уникальное оборудование, которое позволяет проводить точную диагностику, ну и, соответственно, организовывать правильное лечение широкого круга заболеваний, сердечно-сосудистых, онкологических, всех других.